Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. С мужем вместе 23 года. Запил, я его выгнал, он по пьяни нашел другую, ей 45, ему 43. Я думала, протрезвеет, вернется, но он сказал, что любит ее, влюбился за 3 дня. Она позвонила мне, сказал, что скучает и что он одна люб. Они ругаются из-за меня. Что же не брат, а смелость, что мы сошлись. И тишина. Не звонить неделю. Я измучила. Что он хочет от меня? Садись или что? Такой вот вопрос. Собственно, здесь ситуация довольно противоречивая, как мне кажется, потому что с одной стороны чувствуется, что автор вопроса находится в достаточно таком серьезном эмоциональном состоянии, да, то есть как бы вот, ну, чувствуется, что автору вопроса тяжело, чувствуется, что на эмоциях, вот, с одной стороны, на эмоциях, а с другой стороны, нельзя как-то, наверное, игнорировать факт того, что не совсем понятно про что вопрос. То есть, ну, во-первых, с учетом малого количества информации, да, вот, такой вопрос, что он хочет от меня, ну, он звучит несколько странно, потому что, ну, если вы не знаете, чего хочет от вас ваш муж, если вы не узнали его за 23 года, да, совместного проживания, то, ну, как бы, откуда в этом смысле можем знать мы? Вот, это больше, наверное, к вам вопрос, да, вот как так вышло, вот, что вы не знаете, ну, вот, своего супруга, да. Да, то есть вы не знаете, вот, как бы, чего он хочет. Вот этот вопрос, ну, наверное, больше к вам. Вот. Так или иначе, это вопрос больше к вам, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Потому что, ну, только вы можете знать, ну, в данном случае, про своего мужчину, да, как бы это, ну, это ваш мужчина. И мы в данном случае его не знаем. Вот. Ну, наверное, мы и не можем, и не должны его знать. Потому что все-таки как бы, ну, в этом смысле это вот другой человек, да, соответственно, его мысли, его, ну, какие-то вот его чувства, да, его желания для нас являются чем-то пока что неизвестно. Вот. Ключевое здесь именно пока что, потому что если, например, он обратится к нам за помощью, да, или если вы обратитесь к нам за помощью, то, конечно, мы постараемся, вне всякого сомнения, вам помочь. Мы постараемся, ну, помочь, как бы, решить вашу проблему, какой бы она ни была. Вот. Дальше. Ситуация с, ну, вот, которую вы описываете, да, на мой взгляд, ситуация, точнее,
ситуация, которую вы описываете, на мой взгляд, связана в первую очередь с неким, я бы сказал, кризисом. С неким кризисом в ваших отношениях. То есть, что это значит? Что значит кризис в ваших отношениях? Это значит, что вот, долгое время совершенно очевидно вот, что-то копилось, да, долгое время. Вот какое-то, видимо, неудовольствие, да, долгое время накапливалось какие-то претензии. Вот у вас друг к другу. Вот. И, собственно говоря, сейчас эти претензии вылились как бы вот в этот конфликт. Вот, то есть для меня тут вот, пожалуй, только удивительно то, что вот вроде бы ну, прожили много, да, 23 года прожили, а вот он вопил, и вы его выгнали, и еще почему-то надеялись, что он протрезвеет и вернется. Вот, то есть здесь в этом смысле вы почему-то вот прибегаете к манипулятивной такой линии поведения. Вот. Ну, как бы, скорее всего, это связано с тем, что у вас тоже какой-то вот какой-то элемент недовольства был. Вот. То есть что я предлагал здесь? Я предлагаю посмотреть на эту ситуацию вот исключительно с такой позиции, да? Глобального конфликта между вами. Вот. То есть это конфликт, конфликт, скорее всего, застарелый, который, вот, на который не обращали внимания ни вы, ни ваш муж, потому что вот как бы это было, ну, неудобно. Это было, ну, как-то вот, ну, некомфортно и так далее. То есть нужно проанализировать здесь что? Нужно здесь проанализировать, ну, как бы, историю ваших взаимоотношений. Вот. То есть посмотреть на историю ваших взаимодействий. Посмотреть на то, в каком контексте вы жили вот все это время, например. Вот. Посмотреть на то, что между вами общего было. Посмотреть на то, как себя чувствовал ваш муж, как вы себя сами чувствовали. Вот. То есть, ну, хорошо ли вам было, или не очень хорошо вам было, и так далее. Потому что, ну, вот то, что вы описываете, да, а
то, что вы вот описываете, не возникает на ровном месте. Вот. То есть вот то, что вы описываете, не появляется в этом смысле из ниоткуда. Вот. То есть этого, ну, практически всегда у этого есть ну, какие-то основания, да, скажем так. Вот. И вот, соответственно, на эти основания нам и нужно с вами обратить внимание. Вот. Постараться понять вас. Постараться понять вашего мужа. То есть вот, ну, в этом смысле, вот, постараться понять, чего ему хочется, чего вам хочется, вот, в чем вы нуждаетесь, да, как бы, в чем он нуждается, вот. И, соответственно, дальше уже можно будет, конечно, о чем поговорить. Сейчас пока что говорить не о чем. А следующее, на что хочется обратить, ну, в целом, ваше внимание. Да, ну, вот, в целом. Это на то, что в силу того, что вы сейчас ну, пытаетесь вот понять своего мужа, да, то есть вы спрашиваете, что он от меня хочет, хочет ли он там, допустим, сойтись или что-то такое. А я могу вот сделать некое такое ну, предположение ну, в этом смысле, что вы не очень себе доверяете. Вот. То есть я могу сделать такое предположение, что вы себе не очень доверяете. Вот, я могу сделать такое предположение, что вы не полагаетесь на себя. Почему я могу сделать такое предположение? Потому что, как бы сейчас, вся власть у вашего мужа находится. То есть вы как будто бы от него зависимы. Случается ли это на ровном месте? Нет, не случается. То есть, ну вот, на ровном месте этого не происходит. Вот. И, соответственно, как мне кажется, вам вот, ну, в первую очередь, ну, нужно обратить внимание именно на этот аспект. Как бы на аспект того, как так вышло, как так получилось, что вот внезапно ваш супруг ну, как бы вот стал в этом смысле ну,
иметь больше вас, чем вы. Над этой, ну, над этой ситуацией. Вот. Понимаете? Вот. Потому что это является, ну, по факту, ключевым моментом. Ну, ну, данной истории, данного события, данного происшествия, скажем так. И, как мне кажется, вам необходимо на это обратить свое внимание. Да? То есть вот немножечко сейчас попробуйте отойти от того, что вы не знаете, вернется ли он. Или нет? И попробуйте в этом смысле спросить себя, чего хочу я? Чего хочу я сейчас? Вот. Ну, я сама чего хочу. Мне самой сейчас помочь. Понимаете, да? То есть, как бы, не отдавать всю власть за то, что происходит в вашей жизни мужу. Понимаете, да? Какая штука? Вот это, мне кажется, очень важный момент. Если мы хотим с этой ситуацией разобраться, то двигаться нужно в этом направлении. В первую очередь, конечно. А дальше уже будет, в принципе, видно. Дальше уже будет, в принципе, видно, как и что, и куда, и из чего, и зачем. Вот. Это несложно. Вот. Но пока что ваш вопрос, он говорит больше о вашей, ну, такой вот, знаете, тревожности. Вот. То есть пока что ваш вопрос, он больше говорит о том, что вы вот, очень-очень сильно, ну, как бы, тревожитесь. Ну, из-за того, что происходит. Вот. А почему вы тревожитесь? То есть, ну вот, что вызывает тревогу у вас? Это вопрос. Боитесь ли вы остаться одна? Вот. Боитесь ли вы, что он уйдет от вас? И так далее, да, как бы, то есть тут однозначно, ну, сказать сложно, потому что нюансов может быть много, вот, но я предлагаю вам поразмыслить на эту тему.
предлагаю вам подумать. Там. Вот. Тут еще вот откуда-то берется жена брата. Вот. Тут вот. Тоже как-то вот не совсем ну, не совсем понятно, откуда, откуда жена брата появилась, да, то есть, ну, как бы, причем здесь жена брата и вообще насколько вот у вас там, ну, третьи лица как бы, ну, участвуют в вашей жизни. Конечно, очень желательно, чтобы они не вмешивались. То есть ваша жизнь — это вот только ваша жизнь. Она как бы ну, в этом смысле, да, никого не касается больше. Вот. Кроме вас и вот вашего мужа. А если человек внушаемый, ну, если ваш муж внушаем человек, ну, вот, так получилось, допустим, это, конечно, проблема, но тут, ну, можно исправить. Это можно исправить. Это можно подкорректировать. Вот. Ну, при необходимости, конечно. То есть, если... Вот. Ну, если вы в этом заинтересованы. Конечно. Вот примерно, примерно. Примерно такой ответ я мог бы вам дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения вот, психотерапии, да? Вот. То, что вы чувствуете, ну, то есть, вот, ваши эмоции, да, ваши вот, переживания, это абсолютно нормально. Ну, вот вам бы сейчас найти в этом смысле, ну, кого-то, с кем бы вы могли этим поделиться. А вот. То есть выговориться. А в принципе это может быть и психолог. Вот. Наверное, я бы сказал, что хорошо, если это
ну, если бы это был психолог. Потому что желательно, вот, чтобы, ну, лицо было такое отстраненное, да, чтобы вот нейтрально. И помочь вам увидеть всю ситуацию целиком. Такой вот, какая она есть. Ну и вам нужно готовиться к изменениям. Вот. Если вы хотите, свою семью сохранить, да, вот, если вы хотите, отношения сохранить, то нужно, конечно, готовиться к тому, что придется меняться. Вот. Придется меняться, придется осваивать вот какие-то модели поведения, которые до этого, может быть, вы не использовали. Вот. Здесь ситуация вот такая. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что дал вам пищу для размышлений. Хочу вот пожелать вам всего самого доброго. Хочу пожелать вам удачи. Вы большая молодец, что обратились за помощью. Вот. Большая молодец вы, что начали об этом говорить. На данный момент это, конечно, первый шаг только. То есть, вам нужно следующий шаг. Теперь это выбрать психолога себе на сайте, выбрать психолога и начать индивидуальную работу. Но вам я желаю удачи. Обратная связь. Если вы ее сформулируете, позволит вам выработать какие-то постулаты для психотерапии. Удачи вам!